Друзья, мы закончили очередной объект. Это баня. Интересный проект, интересный внешний вид. Сейчас расскажу. Начнем с полков. Полки выполнены в плавных формах. Видите изгибы верхнего полка, изгиб нижнего полка. Эти элементы мы изготавливали на производстве. Такая плавная форма. Выделение термолипой. Основная часть тоже в липе. Подспинники, видите, выделены тоже термолипой. Основная липа, подсветка за подспинниками. Сердце бани, самая красота, наверное. Это панно из можжевельника с подсветкой. В обрамлении гималайской соли с подсветкой тоже. И потолочное освещение. На данном объекте мы использовали нашу новинку. Обратите внимание, у нас установлено два светильника. Они изготовлены из закаленного просветленного стекла. Дают, в принципе, основное освещение, помимо соли и можжевельника и подсветки в спинках. Они могут светить как и белым светом, так и разноцветным, в данном случае красным. В бане установлена печь Гефест, дровяная печь. В обкладке из тетрахлорида, мощная, качественная, хорошая печка. Выполнен скрытый монтаж дымохода, керамический дымоход, безопасный, все с ним будет всегда хорошо. Установлена наша дверь, производство компании Хамал, как обычно, наши двери в алюминиевом коробе, ручки двухстороннего дерева, алюминий серого цвета. Вот такой получился интересный у нас проект. Несколько вариаций мы разрабатывали с заказчиком, в конечном итоге пришли вот к такому результату.